госпожа Хелин у себя? Госпожа Хелин уехала рано утром. Приехал водитель и забрал ее. Куда она поехала? Не сказала. Но она взяла с собой два чемодана. Думаю, что еще долгое время ее не будет здесь. Она оставила Мамета. Любимый, я уезжаю. Когда ты будешь читать эти строчки, я уже давно буду лететь в самолете навстречу своей судьбе. Пожалуйста, не пытайся найти меня. Я хочу, чтобы ты навсегда запомнил меня полной жизни. Я не хочу быть в твоих глазах увядшим, несчастным существом. Я знаю, что дала тебе слово. Но если есть последняя надежда излечиться, я должна попытать удачу. Я еду за границу делать эту операцию. Дело оставляю на вас. Не подведи меня. Я буду каждый день присылать тебе почту. И ты мне пиши, пожалуйста. Ни в коем случае не забывай, что это даст мне силы держаться за жизнь. И если случится так, что мы уже не увидимся, знай, что я всегда буду любить тебя, мой единственный. Уехала. Она решила делать операцию. Я знаю, братишка. Она позвонила мне утром. Со мной тоже попрощалась перед отъездом. Но что поделать? Мы выполнили все ее пожелания. Все, что было в наших силах. Мало того, мы сделали даже самое невозможное. Но это все-таки ее жизнь. Идем, братишка. Займемся нашими делами. Заодно немного развлечешься. Развеешься. Поехали. Я приехал, чтобы забрать тебя на совещание. Ясно? Не будем опаздывать. Мы больше ничего не сможем поделать для Хелин. Она решила пережить свою боль в одиночестве. Идем. Здравствуйте. Здравствуйте. Добро пожаловать. Я пришла по записи на массаж. Конечно, госпожа. Я хочу делать массаж каждое утро в 10:30 на все время пребывания. Как скажете. Еще мне нужен уход за кожей. Непременно. У нас есть курсы по уходу за кожей и телом. А еще вы обязательно должны попробовать наши особые ванны. Хорошо. У меня много времени. Создайте меня заново. Я очень устала. Айча, что случилось? Милая, что с тобой? Идем. Идем, присядь. Что стряслось? Что? Наш ребенок. Я потеряла нашего ребенка. Случился выкидыш. Прости меня. Умоляю. Прости меня.
Прошу. Это ваш ресторан? Да. Мы содержим его вместе с тетей Мариаман. Вам понравилась еда? Очень понравилась. Наша фирма хотела бы устраивать тут обеды. Давайте обсудим это. Хорошо, обсудим. Сколько вас будет человек? Группа из 20 человек. 20 человек. Выезжаем утром из Мудани и делаем привал в Тирелье. А на обед мы бы привозили группу сюда. Хорошо, ладно. Будете предупреждать меня за 2 часа, и я буду готовить заказ. Учитывая численность вашей группы, ресторан и так будет полностью заполнен. Да, конечно. Рыбы и салата достаточно? Пока дополнительного мы ничего не хотим. Хорошо, а на десерт мы можем угощать вас халвой. С кем это разговаривает Исия? Что? Что это за типы сидят рядом с ней? Клиенты. Попросили счет. Как странно. Это что еще за новости? Договорились. А почему Асия подсела к ним? Наверное, что-то спрашивают. Ладно, тогда по рукам. Предупредите заранее. Хорошо? До встречи. До встречи. До свидания. До свидания. Кто это, Сия? Твои друзья? Нет-нет, из турагентства. Их фирма хочет устраивать здесь обеды. Будет приезжать группа из 20 человек. Сказали, что начнут со следующей недели. Как замечательно. Для нас очень выгодны эти корпоративные обеды. Помнишь посудомоечную машину, что мы хотели? Мы даже ее сможем купить. Никаких возражений. Не придется мыть посуду. Да, это Аллах. Привет. Встречи с Мехметом проходят дома у Салихи. К тому же сегодня не тот день. Я должна привезти его завтра. Зачем ты пришел? Ну ладно, раз ты пришел, можешь повидаться с ним. Тетя, я иду домой. Асия. Мне нужно тебе кое-что объяснить. Давай поговорим. Ильяс, нам больше нечего объяснять друг другу. Как мы были чужие до знакомства, так и сейчас. Долго не засиживайся. Скоро тихий час.